Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас третий день пошел жизни наших поросят, поэтому пришло время вводить витамины, будем делать уколы железом, так называемым. Ну, помимо железа, тут еще есть очень много витаминов полезных, наверное, так сказал доктор Айболит. Короче, делаем по 3 куба, потому что они у нас не очень большие. Первый раз будем колоть на третий день, второй раз на 10-й день их не жизни, то есть через неделю. Ну и потом, может быть, будем еще колоть, когда будем отлучать от свиноматки. Правильно я мысль? Да. Все, для этого нам, при этом мы еще им сейчас быстренько поломаем зубы. Не поломаем, не зубы, скажем так, а клыки, да, получается? Мы их уберем, чтобы они не травмировали свиноматку. Эту операцию многие вообще не делают, как бы пренебрегают этим всем. Ну, это на любителя, сразу хочу сказать. Кому не жалко свиноматку, вообще можно ничего не делать. Мне жалко. Пусть они ее сильно не мучают. Так. Короче, железо наше, оно жидкое, ну, не маслянистое. Продавится обычно иголкой легко. Колоть будем за ухом, потому как ляшек у них еще нет. Еще не успели вырасти мышцы. Да ладно, ты там орешь. Бивни там такие повыращивают. Царь природы, мать. Че ты так орешь? Что там такого с тобой дела? Все, давай в ту дырку попрошу. Короче, как видите, операция в принципе несложная. Не, ну можно одному делать, наверное, если приловчиться. Но у нас есть свободные руки. Сейчас, сейчас. Да не мучай его. Чтобы он успокоился. Бо он мне сейчас будет рассказывать 2 часа. О жизни своей печальной. Повторюсь, 3 куба этого самого. Витамин, железа. От 2 до 5 кубов. В зависимости от размеров поросенка. Но у нас размеры не очень маленькие, 1,5 килограмма где-то были при рождении. Но все равно не дуже крупные, скажем так. Сейчас. Да, смотрите. Это самое. В комментариях там не пишите, что ему сильно больно было. Я вам гарантирую, что не буду. Давай, давай. Тихо, сука, меня второй раз уже укусил. Я же его нежно, как родного. Короче, и там 9 раз. Что же, ну, где-то вот так вот, вот такая несложная процедура. На третий день мы ее проведем. Все будет нормально, они будут нормально расти. Недостаток железа в крови будет восполнен, правильно? Да. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Не забывайте витаминить своих поросят. Особенно это касается белых поросят. Если говорят, что вьетнамцев это делать не обязательно, то белых этого обязательно в порядке. Иначе будет железная анемия, они будут развиваться, может, и рахит, и все что угодно. Все.
Можно выключать. Всего доброго.